Это «Давеча». Продолжаем выпуск. Очередная книга из серии «Почетные граждане города Кирова» вышла в свет. На этот раз о фронтовике и банкире Николае Васильевиче Попове. Чем примечательно это издание и почему его можно использовать как учебник? Смотрите далее. Долго, кропотливо и каждому сугубо индивидуально. В свои 90 самый именитый кировский банкир Николай Васильевич Попов уже полчаса подписывает экземпляры книги о самом себе, почетном гражданине города Кирова. Поздравить фронтовика, заслуженного экономиста и основателя первого кировского коммерческого банка нового времени пришли несколько десятков друзей, коллег, единомышленников и, конечно, авторы книги. Я сегодня вот сижу с человеком, который сделал этот банк, сделал своими руками, и который пестовал этот банк на протяжении стольких лет, и который выучил сегодня молодежь, которая сегодня работает в этом банке. Я благодарен вам, уважаемые авторы, за те характеристики, за тот материал, который изложен в этой книге. Мы вообще рассматриваем эту книгу как некое пособие. Пособием эту книгу банкиры называют потому, что здесь представлен жизненный и профессиональный опыт легендарного человека, большая часть жизни которого связана с банковским делом. В книге опыт создания и организация работы банка, который, кстати, успешно существует уже четверть века. Эта книга стала 17-й по счету в серии о почетных гражданах города Кирова. Эта книга полезна сегодня тем, что она воскрешает не только мои, как это говорят, заслуги и прошлые времена. Но она является экскурсом в историю нашей Кировской области. Познакомиться с трудом нескольких десятков человек и с историей жизни и деятельности Николая Васильевича Попова можно уже сегодня в библиотеке имени Герцена.